Дорогие друзья, коллеги, меня зовут Дмитрий Каждан. Сегодня хочу вам рассказать о расческах девятирядках и семирядках. Значит, смотрите, часто спрашивают, в чем отличается расческа вот такая девятирядка, да, с логотипом «Я люблю мои волосы», «I love my hair», да, от расчесок вот такие, да, то есть они вот такие цветные, как вы видите, да, то есть вот здесь логотип Академии Сосун когда-то был, да. Значит, смотрите, отличие от вот этой расчески, да, девятирядки, никакой. Данные расчески, вот эти, да, цветные, они покупались в Лондоне и покупаются в Лондоне, продаются у нас по завышенным ценам. Почему? Потому что это фирменные цвета Академии Сосун. По качеству они одинаковые. Все то же самое. Используется та же самая прорезиненная основа. Все то же самое, тот же самый пластик. Это один и тот же завод. Просто Академия Сосун запатентовала вот свои такие вот цвета. Яркие, да, как вы знаете, вот, пишут всегда, раньше, по крайней мере, писали свой логотип Академии Сосун, теперь они не стали ничего писать, как вы видите. Поэтому расчески, которые привозятся с Лондона, они отличаются только по цветовой гамме, да. Качество, все то же самое. Поэтому, покупая расческу, условно говоря, за 4000 рублей такую, вы получаете некий эксклюзив, да. Если же вам этот эксклюзив не нужен, вы можете спокойно купить такую же расческу с нашим уже логотипом и с темно-синим цветом. И то же самое вот семирядка, да, то есть вот если посмотреть, да, то есть она вот в такой вот упаковочке, все то же самое. А, ну у нас закрыто, да, ну не будем ее открывать, ну суть вы видите, да, вот все то же самое, наш логотип, с той стороны тоже наш логотип. Я люблю мои волосы. Вот. Если же вы хотите свой логотип собственный, пожалуйста, мы можем разработать для вас свой фирменный логотип, нанести его сюда, но только вам нужно будет заказать у нас таких 3000 штук. Вот. Разницы, как вы видите, между ними нет. Вот семирядки. Вот, видите, все то же самое. Тот же самый пластик, просто цвет другой. Все. Если будут вопросы, пишите мне в комментариях, буду рад вам ответить. Спасибо.